Здравствуйте, многоуважаемая публика. Хочу вам сообщить цель моего визита сюда, а именно в эти отдаленные места. А может даже и не очень отдаленные. Пойдем посмотрим. А что именно? Хочу вам сообщить пренеприятнейшую новость. А именно, к нам едет ревизор. Я нахожусь в окрестностях города Челябинска. Не могу сказать вам, где именно, точку назначения. Место назначения неопределимо, неизвестно. Почему? Потому что, если кто-то узнает, то, скорее всего, это чудо природы будет уничтожено. Где мы находимся? Это заросли чего? Ну, посмотрите внимательно, да. Съемка хорошей камеры. Третий год уже я нахожусь здесь, снимаю все то же самое. Что это такое? Это заросли. Заросли чего? Заросли математики. Но отсюда не видать, что это, какого они плана. Но если мы сейчас идем, вот спускаемся вниз, вот я уже внизу. Вот, ребята, посмотрите. Это вот на одном уровне я нахожусь. Это мать и мачеха, заросли мать и мачеха. Заросли мать и мачехи. Насколько они огромны. Ну, посмотрите, да, вот моя рука здесь, да, вот на фоне руки. Это лист совершенно необъятный. Вот, я иду. Полный рост, мой рост 1,70 м. Это кусты гораздо выше меня. Они реально под 2 метра. Вот. Смотрим, ну маленечко уже они пошарпанные, конечно, погодой, ветрами. Вот смотрим, опять листочек хорошенький какой. Вот он какой хорошенький листочек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот он. Вот они, я нахожусь здесь. Опускаемся вниз. Тара-та-там-папам. Вот я опустился, вот смотрим. Ага, да какая красота. Просто красота. Вот, поднимаюсь в полный рост, смотрите. Вот этот лист, вот он вверху. Ага, какая красота. Вот он огромненький какой, хорошенький листочек. Жалко будет, если здесь все-таки наведут порядок и не уничтожат этот уголок нетронутой природы города Челябинска. Ребята, это будет просто трагедия, если все это будет уничтожено. Где-то бы как-то бы взять бы хотя бы рассаду, где-то посадить это все, но я не представляю возможности этого, я не ботаник, да. Ну, самому это все удивительно, конечно. Все удивительно. Такие огромные листы, просто огромные. Я никогда нигде не видел ничего подобного. В жизни даже, вам скажу. Да, вот они, эти листики. Какие они огромные, ребята. Просто огромные. На удивление. Хотелось бы как-то размножить. Это не тропики, да. Это Южный Урал, так сказать. Южный Урал. Вот она высота. Ой, какая высота же большущая. Ой, какая высота. Вот он листик опять. Вот он какой хороший. Вот он. Вот он с этой стороны. Вот мы смотрим. Вот высота. Ну, высота, наверное, не, ну, 1,90 м, скорее всего, да. Вот это вверх, если я смотрю так. И, в принципе, даже ничего не видно здесь. Все это... Полный рост, я стою в полный рост, и все это выше меня, и здесь я просто как какой-то карлик в стране Гулливерии. Ребята, это удивительно. Ну, всего хорошего, выхожу я из зарослей. Вот и что я хотел вам поведать. Вот они, эти заросли опять. Красота, красота. Огромные кусты математики. С вами был Андрей Мазепа. Еще раз напоследок съемка. Вот они, эти кусты преогромные. Почти 2-метровой высоты. Красота.